Природный парк Кудыкина гора можно назвать главной достопримечательностью Липецкой области. Чего только не встретишь на Кудыкиной горе. Гигантские оживающие скульптуры, интерактивные инсталляции, воссозданная по древним чертежам крепость и целебные источники с чистейшей водой. Название Кудыкина гора отсылает к давнему суеверию. В старину считалось, что охотнику или рыболову нельзя было сообщать, куда он отправляется на промысел, чтобы не сглазить. Поэтому на вопрос «куда?» отвечали «на Кудыкину гору» или «на Кудыкино поле». А людей, которые приставали к путникам с вопросами, называли кудыками. Парк площадью 500 гектар открыл в 2007 году крупнейший агрохолдинг Липецкой области «Аврора». На холме Кудыкиной горы находится археологический памятник Железного века – городище Курган. Курганы в древности насыпали племена кочевников на месте погребения своих вождей. Они считались священными, на них совершались ежегодные церемонии, во время которых потомки обращались к умершим предкам и вождям, чтобы те помогали им в борьбе с врагами. Возможно, такое соседство побудило создателей парка на постройку одной из центральных его достопримечательностей – аутентичной деревянной крепости, построенной по чертежам 4-5 века. Внутри находится исторический музей и город мастеров, где можно купить сувениры ручной работы и поучаствовать в мастер-классах по их созданию. Примечательны и арт-объекты, разбросаны по всей территории парка. Главный из них – тот самый Змей Горыныч. Гигантская 15-метровая скульптура встречает гостей. Временами сказочный злодей буквально оживает, и все три змеиные головы извергают устрашающее пламя. Еще в парке есть сафари-край на 70 гектаров, где пасутся 50 видов животных и птиц, включая кенгуру, верблюдов и страусов. Кроме того, зверей можно встретить и в других частях парка, на мини-ферме или в трекинг-зоне. Сразу за горой простирается могучая река Дон с захватывающим дух течением. Вот где дышится легко и привольно. Если же в реке купаться не решаетесь, то есть одно заветное место – источник мудрости. Природная вода обладает волшебной силой. Чистую водицу можно испить из кувшинов на источнике или набрать ее с собой в путь. В парке есть еще один волшебный источник – глазной. Мало того, что воду считают целебной, этот источник еще и мастерски выполнен в стиле Древней Греции. Сам троянский конь стережет его границы. В 2018 году модернизировать Кудыкину гору пригласили архитектурное бюро «Мегабудка». Архитекторы создали круговой маршрут вдоль основных достопримечательностей парка и разработали новый фирменный стиль для горы. Обновление парка продолжается.